Игровая акустическая система с необычным дизайном. На распаковке колонки Edifier G1500 Max. Они поставляются в фирменной коробке. В комплект входит сабвуфер, две колонки, документация и кабели для подключения. Перед нами трехканальная акустическая система, включающая две стереоколонки и активный сабвуфер. Комплект изготовлен в черных пластиковых корпусах с футуристичным дизайном и аккуратной RGB-подсветкой. Доступны режимы медленного мигания и постоянного свечения. Колонки компактные, не превышают высоту 17 см. С лицевой стороны за металлической сеткой скрываются динамики диаметром 2,5 дюйма. Мощность каждой колонки 7,5 Вт. Также на фронтальной стороне главной колонки видим 4 кнопки управления. Сабвуфер оснащен 4-дюймовым динамиком мощностью 15 Вт. На нижней стенке расположено отверстие фазы инвертора. А на тыльную сторону корпуса вынесен механический выключатель, регулятор низких частот, аудиовход, выход и разъем Type-C. Колонки можно использовать с телевизором, ноутбуком, игровой консолью и другими устройствами. Помимо проводного подключения через USB Type-C и AUX, возможно беспроводное подключение по Bluetooth версии 5.3. Подытожим. Перед нами акустическая система мощностью 30 Вт, включающая сабвуфер и два сателлита с оригинальным геймерским дизайном и подсветкой. Благодаря разным режимам звучания колонки пригодятся для просмотра фильмов, прохождения игр и прослушивания музыки.